Самшит вечно-зеленый шар, небольшой деревце, больше похожий на кустарник, отличительной особенностью которого является крона, густо покрытая листвой продолговатой яйцевидной формы. В весеннее время появляются небольшие, но очень ароматные цветочки. Если за растением правильно ухаживать, то оно может радовать окружающих на протяжении нескольких веков. Обрезка осуществляется по мере роста побегов. Все самшиты не любят воздействие прямых солнечных лучей и слишком увлажненных почв. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.